пальчик, папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик, мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик, братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. И на своей ферме он держал цыплят. И-я-и-я-о. Цып-цып тут, цып-цып там. Здесь цып, там цып, везде цып-цып. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. И на своей ферме он держал собак. И-я-и-я-о. Гав-гав тут, гав-гав там, здесь гав, там гав, везде гав-гав. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. И на своей ферме он держал свиней. И-я-и-я-о. Хрю-хрю тут, хрю-хрю там, здесь хрю, там хрю, везде хрю-хрю. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. И на своей ферме лошадей он держал. И-я-и-я-о. Цок-цок тут, цок-цок там, здесь цок, там цок, и го-го. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. И на своей ферме он держал коров. Му-му тут, му-му там, здесь му, там му, везде му-му. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. И на своей ферме уток он держал. И-я-и-я-о. Кря-кря тут, кря-кря там, здесь кря, там кря, везде кря-кря. У старого Макдональда была ферма. И-я-и-я-о. Пять пингвинят в снегу играли, один упал и крыло поранил. Доктора позвали, и он сказал: пингвинятам больше так не играть. Четыре пингвиненка в снегу играли, один упал и крыло поранил. Доктора позвали, и он сказал: пингвинятам больше так не играть. Три пингвиненка в снегу играли, один упал и крыло поранил. Доктора позвали, и он сказал: пингвинятам больше так не играть. Два пингвиненка в снегу играли, один упал и крыло поранил. Доктора позвали, и он сказал: пингвинятам больше так не играть. Один пингвиненок в снегу играл, он упал и крыло поранил. Доктор
Доктора позвали, и он сказал: всех пингвинят отправить спать. Я хочу прокатиться на этом автобусе. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. А щеточки по стеклам все шуршат, все шуршат, все шуршат. А щеточки по стеклам все шуршат всю дорогу. Водитель нам приказывает всем назад, всем назад, всем назад. Водитель нам приказывает всем назад всю дорогу. А люди все в автобусе вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. А люди все в автобусе вверх и вниз всю дорогу. Автобус наш сигналит би-би-би, би-би-би, би-би-би. Автобус наш сигналит би-би-би всю дорогу. Малышки все в автобусе кричат «уа», кричат «уа», кричат «уа». Малышки все в автобусе кричат «уа» всю дорогу. Родители в автобусе «ш, ш, 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 ш». Родители в автобусе «ш, ш, ш», всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Бедный Шалтай-Болтай, он все время падает. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Ни царская конница, ни даже рать не могут Шалтая-болтая собрать. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Ни царская конница, ни даже рать не могут Шалтая-болтая собрать. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Ни царская конница, ни даже рать не могут Шалтая-болтая собрать. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Ни царская конница, ни даже рать не могут Шалтая-болтая собрать. О, моя бедная куколка больна! Не волнуйтесь, я ее сейчас вылечу!
Была у Поли куколка больна, больна, и поэтому она позвала врача. Ча-ча. Быстро доктор пришел, принес аквояж. Тарарам, тра-та-там, громко в двери застучал. На куклу взглянул, головой покачал. Уложи ее спать, строго Полли сказал. Я таблеточки сейчас тебе пропишу, а утром рецептик принесу. О, моя бедная куколка больна! Не волнуйтесь, все будет хорошо. Была у Поли куколка больна, больна, и поэтому она позвала врача. Ча-ча. Быстро доктор пришел, принес аквояж. Тарарам, тра-та-там, громко в двери застучал. На куклу взглянул, головой покачал. Уложи ее спать, строго Поли сказал. Я таблеточки сейчас тебе пропишу, а утром рецептик принесу. Мы семейка пальчиков. Пальчик папа, пальчик папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет. Пальчик мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Я хочу прокатиться на этом автобусе. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. А щеточки по стеклам все шуршат, все шуршат, все шуршат. А щеточки по стеклам все шуршат всю дорогу. Водитель нам приказывает всем назад, всем назад, всем назад. Водитель нам приказывает всем назад всю дорогу. А люди все в автобусе вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. А люди все в автобусе вверх и вниз всю дорогу. Автобус наш сигналит би-би-би, би-би-би, би-би-би. Автобус наш сигналит би-би-би всю дорогу. Мало.
Малышки все в автобусе кричат «Уа!», кричат «Уа!», кричат «Уа!». Малышки все в автобусе кричат «Уа!» всю дорогу. Родители в автобусе «Ш!», родителей в автобусе «Ш!», всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Мы семейка пальчиков. Пальчик-папа, пальчик-папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик-мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик-братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик-папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик-мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик-братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Лягушат прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Четыре лягушонка прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Три лягушонка прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Два лягушонка прыгали в кроватке, один упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Один лягушонок прыгал в кроватке, он упал и ударился головкой. Приехал доктор и сказал: мамаша, положите их обратно в кроватку. Хм,
Джонни, чем это ты занят? Джонни, Джонни, да, папа, сахар кушал, нет, папа. Ой, неправда, нет, папа, открой-ка ротик, ха-ха-ха. Эй, Джонни, чем это ты занят? Джонни, Джонни, да, папа, сахар кушал, нет, папа. Ой, неправда, нет, папа, открой-ка ротик, ха-ха-ха. Ножку правую вперед, а потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясем. Фокус-покус, вокруг себя мы повернемся, сделаем ручками вот так. Ножку левую вперед, а потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясем. Фокус-покус, вокруг себя мы повернемся, сделаем ручками вот так. Ручку правую вперед, а потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясем. Фокус-покус, вокруг себя мы повернемся, сделаем ручками вот так. Ручку левую вперед, а потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясем. Фокус-покус, вокруг себя мы повернемся, сделаем ручками вот так. А теперь прыжок вперед, а теперь прыжок назад, а теперь опять вперед и немного потрясемся. Фокус-покус, вокруг себя мы повернемся, сделаем ручками вот так. Пальчик, папа, пальчик, папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет. Пальчик, мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик, братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик, папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик, мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик, братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Я хочу прокатиться на этом автобусе. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. А щеточки по стеклам все шуршат, все шуршат, все шуршат. А щеточки по стеклам все шуршат всю дорогу. Водитель нам приказывает всем назад, всем назад, всем назад. Водитель нам приказывает всем назад всю дорогу.
люди все в автобусе вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. А люди все в автобусе вверх и вниз всю дорогу. Автобус наш сигналит би-би-би, би-би-би, би-би-би. Автобус наш сигналит би-би-би всю дорогу. Малышки все в автобусе кричат «Уа!», кричат «Уа!», кричат «Уа!». Малышки все в автобусе кричат «Уа!» всю дорогу. Родители в автобусе «Ш-ш-ш!», «Ш-ш-ш-ш!». Родители в автобусе «Ш-ш-ш!» всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Пальчик папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет. Пальчик мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь. Всем привет. Пальчик братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь. Всем привет. А моя сестричка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Познакомимся с противоположностями. Веселый, грустный, большой, маленький. Горячий, холодный. Далеко, близко, ночь, день, низкий, высокий. Привет! Пока! Пальчик папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Пальчик мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет.
пальчик, братик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. А моя сестричка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Крошка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, всем привет. Знаете ли вы алфавит? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Вот я и выучил алфавит. Давайте вместе еще раз споем. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Вот я и выучил алфавит. Давайте вместе еще раз поем. Девяносто.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Нас можно увидеть везде. Я квадрат, меня видишь ты везде. Мои четыре стороны. Я квадрат, а круг, я кружусь, кружусь, кружусь. Ни начала, ни конца, ведь я круглый, круглый круг. Треугольник, треугольник, небольшой, но острый я. У меня три стороны, треугольник, треугольник. Мы фигуры, нас можно увидеть везде. Ну а я прямоугольник, я как длинненький квадрат. У меня четыре стороны, я прямоугольник. Я звезда, я на небе высоко. У меня пять ручек, лучиков, я звезда. Я сердечко, закругленные бока. Моя форма всем приятна. Я сердечко, а я ромбик, посмотрите на кольцо. Я как солнышко сияю, я ромбик. Мы фигуры, нас можно увидеть везде. Мы фигуры. Мы планеты большие шарики, смотри, как мы весело летаем вокруг. Мы планеты большие шарики, смотри, как мы весело летаем вокруг. Я самый близкий к Солнцу. Я Меркурий, Меркурий. Я самая яркая в небе. Я Венера, Венера. А я твоя планета. Я Земля, Земля. Я красная планета. Я Марс, Марс. Мы планеты большие шарики, смотри, как мы весело летаем вокруг. Мы планеты большие шарики, смотри, как мы весело летаем вокруг. Я самая большая из планет. Я Юпитер, Юпитер. А я планета с кольцами. Я Сатурн, Сатурн. У меня 27 лун. Я Уран, Уран. Я сделан из газа. Я Нептун, Нептун. Я самый далекий от Солнца. Я Плутон, Плутон. Мы планеты большие шарики, смотри, как мы весело летаем вокруг. Мы планеты большие шарики, смотри, как мы весело летаем вокруг. Лондонский мост старым стал, старым стал, старым стал. Лондонский мост рушится, моя леди.
Выстроим железный мост, железный мост, железный мост. Выстроим железный мост, моя леди. Но железо заржавеет, заржавеет, заржавеет. И тогда мост упадет, моя леди. Выстроим мост из гвоздей, из гвоздей, из гвоздей. Выстроим мост из гвоздей, моя леди. Гвозди тоже заржавеют, заржавеют, заржавеют. И тогда мост упадет, моя леди. Мост из булочек построим, из простых булочек. Мост из булочек построим, моя леди. Такой мост обрушится, обрушится, обрушится. Такой мост обрушится, моя леди. Выстроим тогда его из серебра и золота. Будет мост наш золотой, моя леди. У нас нету золота, у нас нет, у нас нет. У нас нет и серебра, моя леди. Я преступника поймал, я поймал, я поймал. Я преступника поймал, моя леди. Что же сделал он тебе? Сделал он, сделал он. Что же сделал он тебе, моя леди? Он украл мои часы, он украл, он украл. И порвал цепочку мне, моя леди. Как его освободить? Как же быть, как же быть? Как его освободить, моя леди? Заплати 100 фунтов мне, заплати, заплати. И свободен будет он, моя леди. Но у нас 100 фунтов нет, у нас нет, у нас нет. Но у нас 100 фунтов нет, моя леди. Пусть тогда идет в тюрьму, идет в тюрьму, идет в тюрьму. Пусть тогда идет в тюрьму, моя леди. И охранник пусть следит и следит. Пусть следит за ним всю ночь, моя леди. Тот охранник сам уснет, сам уснет, сам уснет. А преступник наш сбежит, моя леди. Подарите ему трубку, подарите, подарите, подарите ему трубку, моя леди. Пять малюток прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Вот приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Четыре малютки прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Вот приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Три малютки прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Вот приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Две малютки прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Вот приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. А
Одна малютка прыгала в кроватке, она упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал мамаше: «Ну-ка, положите их обратно в кроватку».